футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портит картину, так что ждем. Реал начинает игру в таком составе. В воротах Тибо Куртуа. В защите Дани Карвахаль сыграет с Менди. Тони Кросс вместе с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Челси с первых минут начинает матч в следующем составе. Они играют сегодня 5-2-3. Похоже, упор на атаку будет. Хотя тут без помощи нападающих в средней линии никак. Начинается наш матч, и вместе с ним стартует групповой этап Лиги Чемпионов. Бензема с мячом. Отдает мяч сопернику Тони Кросс. Футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портит картину, так что ждем. Реал начинает игру в таком составе. В воротах Тибо Куртуа. В защите Дани Карвахаль сыграет с Менди. Тони Кросс вместе с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Челси с первых минут начинает матч в следующем составе. Они играют сегодня 5-2-3. Похоже, упор на атаку будет. Хотя тут без помощи нападающих в средней линии никак. Начинается наш матч, и вместе футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портит картину, так что ждем. Реал начинает игру в таком составе. В воротах Тибо Куртуа. В защите Дани Карвахаль сыграет с Менди. Тони Кросс вместе с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Челси с первых минут начинает матч в следующем составе. Они играют сегодня 5-2-3. Похоже, упор на атаку будет. Хотя тут без помощи нападающих в средней линии никак. Начинается наш матч, и вместе
футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портит картину, так что ждем. Реал начинает игру в таком составе. В воротах Тибо Куртуа. В защите Дани Карвахаль сыграет с Менди. Тони Кросс вместе с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Челси с первых минут начинает матч в следующем составе. Они играют сегодня 5-2-3. Похоже, упор на атаку будет. Хотя тут без помощи нападающих в средней линии никак. Начинается наш матч и вместе. Футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портит картину, так что ждем. Реал начинает игру в таком составе. В воротах Тибо Куртуа. В защите Дани Карвахаль сыграет с Менди. Тони Кросс вместе с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Челси с первых минут начинает матч в следующем составе. Они играют сегодня 5-2-3. Похоже, упор на атаку будет. Хотя тут без помощи нападающих в средней линии никак. Начинается наш матч и вместе. Футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портит картину, так что ждем. Реал начинает игру в таком составе. В воротах Тибо Куртуа. В защите Дани Карвахаль сыграет с Менди. Тони Кросс вместе с Казимиро в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Бензема. Челси с первых минут начинает матч в следующем составе. Они играют сегодня 5-2-3. Похоже, упор на атаку будет. Хотя тут без помощи нападающих в средней линии никак. Начинается наш матч и вместе. Футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портит картину, так что ждем.